Да Роман малыш нас привез. Вчера дождь был, я велосипед не мог уехать и бросил. Я говорю, ты увезешь его? Говорит, увезу. Он мучается с велосипедом увезти. Ну, дождь пошел, ничего не смогли делать. Ну и вот бульдозер тот был сейчас, нас привез он опять. Без Романа сейчас никуда. Вот. Ну я тут, мне выписали новую клеенку. Старая это с дырками. Размонтировала свой шалаш. Сейчас более низкий сделаю. Ну, так положено. Новую клеенку дали. Во. Вот она какая клеенка. Клеенка скрывается. Палатка, под палаткой она промокает. Палатку тут, вот две палатки взял. И отдельно вот сверху надевать там. Ну, вчера костюм пол уберу и... Поехал Роман наш. Такая грязь, это солонцы, не поднимешься никак. А он никаких, жмет. Боязно даже делается. Ты еще так лихачишь-то? Смеется. Сегодня женщины сахару натолкали в творог. Сказал все отдать собакам. Детям не давать, не травить. Сахар это отрава. Варенье где-то там переварится, что-то маленько как-то. Вот сейчас тут пока тракторист свое дело делает, бульдозерист. А я тут свое. Потому что небосвод все-таки все еще тучами заложен. Мелконькими, но перистые облака. Кучевых не видно. Ну и это второй мостик. Вот мы находимся где. Вон он где идет дальше. Видать далеко. Потом еще днем обойду вокруг, все сниму. Вот он сейчас нагруживает здесь землю. Потом разравнивать будет. Неделя прошла и не сделали ничего. Почему? 2 дня ушло только на ремонт. Ну и день на непогоду. Вот 3 дня выбрасывается, еще остается.